Россияне из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области. В субботу, 25 февраля, российские военные обстреляли четыре общины Сумской области из минометов и артиллерии. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм Сумской АВА. В течение дня россияне совершили обстрелы трех территориальных общин области ⁇ Шалыгинской, Белопольской, Свеской было зафиксировано 36 прилетов, из которых 28 прилетов из минометов, 8 – из артиллерии, говорится в сообщении. Шалыгинская община, в 11.40 российские армейцы били из артиллерии, 8 прилетов, а около 12.00. Белопольская община, после обеда россияне, обстреляли из минометов три населенных пункта общины. Всего на территорию враг сбросил 14 минут. Свеская община с 12.48 был тоже минометный обстрел 4 прилета. Отмечается, что обошлось без жертв и разрушений. Напомним, сегодня россияне из ствольной артиллерии обстреляли при граниче Сумской области. Также мы писали, что в пятницу, 24 февраля, российские военные атаковали 4 общины Сумской области из минометов и артиллерии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале Рбк Украина в Телеграм.